Фирма Силламяя VR сообщает, что с 10 января 2022 года устанавливаются новые цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Рост цен на услуги фирмы Силламяя VR напрямую связан с ростом цен на электроэнергию. По словам члена правления фирмы Силламяя VR Виктора Роткина, если цена на электроэнергию не стабилизируется и не снизится, то, возможно, в течение года вода еще подорожает. Как только на рынке электроэнергии цены будут стабильно низкие, то фирма Силламяя VR пересмотрит свою ценовую политику. Далее рассказывает член правления фирмы Силламяя VR Виктор Роткин. Связано это с одним ростом цен на электроэнергию. Других причин вообще нет никаких. У нас до 1 января этого года была фиксированная цена, и которая была заложена в цену. К сожалению, этот договор закончился, и когда проводили мы конкурс, новый, на новую цену, никто, нормальную цену не предложил, поэтому цена у нас сейчас, заключен такой договор на полгода по рыночной цене. Рыночная цена, я думаю, многие в курсе, сколько. То есть, если у нас там было, можно говорить, что, скажем так, намного меньше 100 евро за мегаватт, то сейчас эти цены где-то больше 100, а то и 200, и даже в отдельные периоды доходит еще больше. Поэтому департамент, мы подали ходатайство об увеличении цены. Естественно, там были изучены все наши документы. И в результате департамент довольно быстро принял решение повысить цену. Заложен у нас рост цены где-то по сравнению с той, что было, больше, чем в два раза. То есть цена там не такая большая заложена, но она заложена из расчета, что это на год будет действовать. Сейчас, конечно, она выше. Надеюсь, что не придется еще ходатайствовать еще о повышении цены. А такое может быть, если вот цена, которая сейчас установилась, порядка 200, евро, то будет действовать например, целый год, тогда нам просто неоткуда денег будет брать на оплату электроэнергии. Если цена вдруг такое произойдет, а надежда есть у нас, надежда умирает последняя, упадет, то цена сразу на воду и канализацию по решению департамента, мы обязаны снизить до прежнего уровня, до того уровня, который будет соответствовать цене новой на электроэнергию. Мы надеемся, что весной все-таки произойдет падение цен. Оно обычно все время так было до этого, что удастся по фиксированной цене какой-то более-менее приемлемой заключить договор, и тогда, возможно, цена воды снова снизится. Пока же рост составил 6 где-то процентов для населения, если брать население. Могу еще сказать пару слов, что вот это увеличение цены, которое заложено, составляет где-то для предприятия рост расходов больше 60 тысяч. То есть, это отвечая на вопрос, что за счет внутренних резервов не могли бы вы эту проблему решить. К сожалению, нам неоткуда брать такие суммы большие. Никаких механизмов, которые бы нам, кроме цены, помогли или компенсировали бы этот рост, пока нет, поэтому мы вынуждены были ходатайствовать о новых ценах на воду, которые, в общем-то, государственным органом регулирования и был принят. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.